Короче, разобрал, вытащил кнопку включения-выключения и, конечно, чуть шокирован. Такое ощущение, что рванул конденсатор на гашение просто искры, которая стоит здесь. Ну, просто ненужный конденсатор. Вообще просто ненужный. На 0,1 микрофарад. Такое ощущение, что он рванул. Я вижу там вот дырка, походу. Но, по-моему, и не он. А может и не он. А может и он. Да не он. Вот оно. Вот оно. Как бы, ну, он и шипел, пищал. Это он должен был быть. Вот. Пипец. Тут все залито, все сделано, ну, капитально, это ж, блин, Япония делала. Все залиты проводочки, все чики-пыки клеем специальным, который не отходит никак. И тряски при ничем вообще. И такой конденсатор. Ну, пришло время ему сдаться, все. Вечного ничего не бывает, люди. Вот от головки провод идет, и он весь черный, походу, как обгоревший. Тут пламя фуговало, как с горелки. Все попалило провода. Сейчас надо снимать, проверять их, смотреть. Короче, просто жесть. Аппарат 70-го года. Вот такая фишка. Хорошо, что я еще не продал его человеку. В таком состоянии он был бы шокирован, шипучий такой, как домовая шашка вчера, как зашипел, тут пол хаты было в дыму. Ну вот, откинул кондер, просто откусил его, он тут нафиг не нужен. Ну вот сейчас попробуем, боюсь, но втыкаем, смотрим аппарат. Сейчас посмотрим, что тут будет. Опа. Опа. Вот она кнопочка. Включение и выключение. Все, мы включили. Сейчас колоночку подрубили. Так, где кассетка, что мы вчера писали? Писали, так вообще сладко было. Вообще супер-пупер. Она писалась вчера. Ну, это не она. Она классная музыка.